У нас была химия. Каждый индикатор. Теперь последовательно каждый. Юный химик. Красота. Самогон. Короче, это что-то неописуемое. Знаете, это была первая адекватная химия в моей жизни, так что мне невероятно это понравилось. Знаете, это замечательно. Я впервые в жизни начала понимать вообще суть происходящего и что мы делаем на этой химии. Сириус — это такое место, где ты понимаешь, что все, что ты делаешь, не зря. Я долго хотела записать какое-нибудь видео именно отсюда, а не то, которое я буду записывать дома, о том, как там подробности, короче. Чтобы оно было наполнено эмоциями, и, наверное, это единственная минута таких эмоциональных взрязг. На самом деле здесь куда больше эмоций, чем я вмещаю, получается, в эти слова, но это искренние эмоции. Вот. Да, камера плохо фокусируется, она то темнеет, то светлеет, я это знаю. Но здесь просто невероятный вид, и я очень хочу, чтобы его было видно, несмотря ни на что, даже если мое лицо будет из-за этого затемненное. Бог с ним, это не важно. Серьезно, в такие секунды все это отходит на задний план. Знаете, здесь замечательные люди. Серьезно. Я впервые поняла, что нахожусь в абсолютно правильном месте. Нет, я искренне люблю своих одноклассников. И я считаю, что все люди, которых я встречала, они невероятно интересные, потому что каждый из них меня чему-то научил. Но здесь совсем другая атмосфера. То есть это не класс, где вас ставят в рейтинг. Это не конкурс, где вы соревнуетесь за какие-то денежные вознаграждения или просто за первое место. Это не какие-нибудь конференции, где вы смотрите на проекты других. Зачастую всегда с такой мыслью, то, что, ну, мой это круче. Это не место... Это не какой-нибудь артек, где у вас нет собственного мнения. От слова совсем, у вас есть отрядное мнение, и на этом точка, собственно, вот вам все лагеря. Это именно образовательный центр, куда люди приезжают учиться, общаться и любить. Наверное, это звучит странно, потому что я не говорю сейчас про романтическую любовь, я говорю про любовь к своему делу, про любовь к жизни, про любовь к людям. Именно это и есть для меня Сириус. Любовь к миру. Наверное, так, да. Пока так, а дальше, может быть, станет понятней. Ужасное качество картинки, я это знаю, но, блин... Ладно. Пусть так, пусть так, пусть так. Может быть, это будет моим стилем. Немного размытое видео. Мне интересно, насколько это плохо выглядит с точки зрения зрителя. Мне было бы хуже, если был плохой звук. Надеюсь, тут все записано, потому что я не собираюсь это повторять, если вдруг что-то не записалось. Серьезно, значит, я не выпущу это видео. Вот. Сейчас моя смена подходит уже к концу, заключительная неделя. У нас остался по факту только блок исследований, и сегодня мы сдаем письмо стажеру. Осталось 2 дня до завершения, до официального завершения. Ладно, 3 дня до официального завершения и 2 дня до фактического завершения программы. Эта смена была чем-то невероятным. Это поездка
Я не знаю, научила ли она меня чему-то. Пока я этого не знаю. Мне интересно, что я скажу об этом, когда приеду уже домой. Немного обоснуюсь. Но я поняла про себя одну интересную вещь. Мне очень нравится жить в комнате с другим человеком. Это очень здорово, потому что это здорово, если вы как бы совпадаете. Это невероятно здорово. Я очень рада, что у меня вот та соседка, которая у меня есть. Мы с ней не какие-нибудь там подружки или что-то вроде этого. По крайней мере, я не думаю, что она так думает. Вот. Не додумывайте за других то, что они о вас думают. Но я правда не считаю ее прям такой, знаете, а-ля подружка. Нет. Но, тем не менее, это человек, с которым за это время я стала ближе всего, потому что мне было очень интересно узнать ее взгляды на жизнь. Она очень старательная, очень трудолюбивая, она постоянно учится, она здесь уже во второй раз. Знаете, несмотря на то, что я вот говорю, что там, у вас все будет классно, у вас все получится, вы все можете попасть как-то так, поехать там в Сириус, еще куда-то. Про себя я не думаю, что попаду повторно не то что на литтворчество, а в принципе хоть куда-нибудь в Сириус. Я, конечно, расстраиваюсь из-за этой мысли, но в принципе понимаю, что просто я не настолько трудолюбива в этом вопросе, и это в принципе нормально, то есть у всех разные немного приоритеты. Для меня сейчас этот год будет приоритет все-таки подготовка к ЕГЭ. Это лето будет маленьким таким вызовом для меня самой, потому что мне нужно пройти все курсы, которые я набрала за год. Да, потому что большинство из них, как бы все они были платные, поэтому, чтобы просто не оказаться дурочкой, которая выкинула просто так деньги, получается, на ветер. Мне нужно за лето пройти все эти курсы, все это выучить. То есть это биология, это русский, это математика, химия с репетитором, да. Но и химию тоже. Вот. Моя цель — писать пробники по биологии, математике, базе и русскому к концу этого лета, то есть к 1 сентября 2022 года на 90 баллов. Вот так. Да, давайте на 90 баллов. Я это говорю, я, разумеется, не верю в этот результат, но думаю, стоит попробовать. Правда, я очень хочу попробовать. В принципе, если пройти все эти курсы, то я и правда должна писать как бы на 90 баллов именно FEP. Ну, именно вот решу ЕГЭ. Решу ЕГЭ, насколько я понимаю, там вообще можно убрать баллов 10-15 в зависимости от предмета, потому что настоящее ЕГЭ гораздо сложнее. Поэтому для начала решу ЕГЭ, а дальше уже вот эти вот ежемесячные и прочие диагностики, даже больше олимпиады, наверное. Ну, олимпиада тоже. Это не для участия в олимпиадах, это именно для такого саморазвития, более глубинного понимания предмета. Вот. Так что можно сказать, что меня Сириус немножко так заряжает в этом плане целями. Я очень надеюсь, что встречусь с людьми, с которыми я здесь познакомилась в будущем. Я очень надеюсь, что три девочки, прекрасные девочки, получается, моя соседка и еще две мои подруги, они смогут поступить в этом году в Москву, в те институты, в которые хотят, на бюджет. Да. И я надеюсь, что мы сможем с ними
встретиться, увидеться, погулять, потому что они с вообще абсолютно разных регионов нашей необъятной России. И это невероятно здорово. Так что да, это лето обещает быть насыщенным. Меня это устраивает. Вот. Невероятно. Просто какое-то невероятное чувство. Я когда начинаю говорить, у меня все прям так встает как-то лесенку, какую-то красивую схему. И все превратится в кружево. И все превратится в кружево. Если кто узнал, чья это цитата, откуда это, пишите в комментариях. Мне будет очень узнать, кто у нас тут читает классику и кто немножечко сумасшедший. Вот. Разумеется, в положительном смысле, без каких-либо намеков на психиатрию. Так что, знаете, все замечательно, и я пропала до этого на много-много месяцев, но я постараюсь снимать чуть-чуть чаще. Я постараюсь. То есть я не обещаю, но я постараюсь. Вот, я обещаю постараться. Чтобы вместе с вами, наверное, идти эту дорогу, чтобы осталось потом что-нибудь, что можно будет посмотреть в будущем. И да, лето челлендж. Лето гигантский челлендж. Пройди все курсы. Это прям какое-то задание из бездны в Геншине. Серьезно. Так что, ребят, знаете, у вас все получится. Правда. Может быть, получится не так скоро, как вы хотели. Чтобы попасть в Сириус, я подала заявку 11 раз. 11 раз. Это несколько лет. Каждый раз добавляла, каждый раз писала мотивационные эссе, и, наконец, на 11-ю заявку мне ответили положительно, и вот я здесь. Вот, уже прошла смена, это практически. Так что, даже если вы не гений, а я не гений, я вообще не гений, и даже не одаренный, я тоже не одаренный, поверьте. Я просто чуть-чуть трудолюбивый, хотя на самом деле ленивый. Противоречия, сплошные противоречия. Но тем не менее, у вас все равно создали 236 текстов, защитили 5 диджитал проектов и презентовали 2 лонга.
как маленькие дети. Подпишусь. Ты поставишь мне лайк, я не подпишусь. Потихоньку идут половой диморфизм. Это различия по размерам, по окрасу самок от самцов. Здесь явно присутствует.